Да? Вот смотри, 90 капель, капсул. На что? Совсем. Чуть-чуть. И забыл. Я вон там носки грязные, это, старые искала. Вот, вообще. Это выписали ему, да? Да, выписывали. Мы сами с собой... Кишечно растворяем. Это от чего мы? Вот я сейчас хочу зайти в интернет. Да? Ага. Может быть, такое лекарство уже выписали ему. Ага. Сидят. Мама дает, чтоб он высох. Там его срезать, посадить. Мама вон по водичку положила ему. Всем привет. Всем привет. Мы собрались с мамой в Декастре в аптеку. Сегодня солнечно, но ветерочек. Так что сейчас поедем. О, время сколько. Встала я-то, боже мой, я 8 встала. Пока места туда-сюда раскачалась, я уже 11. И забыла двигатель включить. Ой, на обогрев включить двигатель. И такая, пошли мы с мужем. Он уже аккумулятор несет. Аккумулятор. Машину. А он говорит, а чё, говорит, ты машину не греешь? Я говорю, в смысле я не грею? Ты же включаешь. У меня муж постоянно ходит и включает мне машину. И через 30 минут я уже выхожу, и машина готова. Аккумулятор ставлю и еду. А тут не поняла. Аккумулятор нет. Ой, не аккумулятор. Машина не на обогреве. Ладно, так завела, но с трудом что-то завела. Что-то не понравилось, как она заводилась. Вообще не понравилось. Машина привыкла комфортнее заводить, чтобы масло было подогретое. Вот. Папа у меня на рыбалку бежал. На рыбалку, а на махалку. А я замерзла, пока не ждала на улице, там машина разогреется. Замерзла. Такие дела. Ладно, что. Встретимся в Декастре. Здесь уже не рыбачат, что ли? Вон вода. Ой-ой-ой, какая дорога стала. Раньше, что ли, придет, непонятно. А сосульки какие длинные были. Mm-hmm.
аптеку, время, мамунжи. Время? Успеваем в аптеку? В аптеку успеем, наверное. Давай в аптеку сразу. 24. Что-то ты сегодня так долго едешь. А это, лед растаял такой рыхлый. И заносит машину. Здесь можно именно посмотреть. Может, в этом пикничок у нас. Ну, дикарцы. Угу. Все, уже, наверное, люди не катаются. Угу. Опасно. Нет никого. Это... это ледокол. Дорожку. А, я сделал. Да, чтоб судно заходило по нему. Видно, не ловится. Или многие Николаевск укатили. Мам, вон тут он, подай. Видишь? Чего? Белое лекарство. Типа. Соль.
что, соли мало? Не мало. Нормально. Хлеба побольше надо было. Что я только два куска отрезала? Того-то с хлеба надо кушать. Ветер сильный, мама, это дверь придерживать надо, когда открываешь. А-а-а. Ветер сильный, сломает дверь. Mm-hmm. Сильный ветер, порывы. Что папа сказал? Ну, спросил, где мы. Сена не набрал, там нету, говорит, где он был. Надо выше 100 метров пройтись. Ну, одну щуку поймал утром. Корабль вон. Ну, вам не видно, наверное. Идет. Красота. Да? Красота какая. А? Он идет. Надо на телефоне снять, что ли? На телефоне надо снять. Какая красота. Хопаться. Не знаю, что там видно, ни черта не видно. Наверное. Да? Вот так вот. Пообедали с мамой. Сейчас скоро поедем домой. Ну. Ничего не снимала я. Вот только на берег, вот в этот берег сняла и все. Больше ничего не снимала. Так что, такие дела, ладно? Танкер, да? Или что это? Ну, короче, корабль.